Всем привет. Продолжаем игру. Новую часть. Будем драить шваброй. Драить, драить, еще раз драить. Посмотрим. Через это выйдет. В предыдущей части вас мне так неплохо очистили. Ну и примерно где-то тут мы и закончим. С тряпкой он лучше обращается. Привет. Кто хороший мальчик, а? О, ремонт. А, так немножко кидать для финале, да? Тихо, дурсти. Ну что, новенький? А, бросил эту коробку. Не мешалось. Теперь тут туда ремонт делаем. Ой, чуть не закрыл. Прикольно. Ну, может, чуть-чуть порядок навел. Бардак какой был. Что так? Идите по телефону. Доброе утро, Ковальский. На этот раз у меня для тебя есть простое задание. Тебе нужно убраться после этого крысеныша Тайлера. Маленькая квартира, всего несколько тел. Сходи к нему, прибери там, и все. Этот дурак и его девушка-кочевница устроили разговор. Заговор против меня. Теперь, по крайней мере, я покончил с этим кочевым дерьмом. Черт, возьми, Тайлер. Всех людей ты должен был знать, что этот парень не оставит это просто так. О. Тут порядок навели. И миссия. О. А, блин, пропустил кассеты. Опа. Как дела, мистер Ковальский? Знаете, в последнее время я много думаю о будущем. Это немного сумасшедше, потому что все начало улучшаться после того, как вы спасли меня из той ситуации с роботом. Теперь люди в банде действительно уважают меня, и я чувствую, что моя жизнь быстро изменилась на 180 градусов. У меня много планов. Я даже думаю о том, чтобы в будущем создать свой собственный бизнес. Найдите время, я расскажу вам подробности лично. Джим, может быть немного сумасшедшим, но он чертовски хорош для своих верных людей. Я самый верный, лучший гангстер. Он тоже хорошо отзывается о вас, так что я думаю, что мы на одной волне. Ха-ха. Ну, на всякий случай. Дайте мне знать, если я могу вам чем-то помочь. Ну, поехали. Сюда, да? Эх, будет долгая ночь. Дружественный огонь. Иногда я задаюсь вопросом, должно ли все было закончиться именно так? Тайлер был взрослым человеком, принимающим собственные решения. Я больше ничего не мог сделать, чтобы спасти его. Но была ли эта смерть действительно необходима? Ну... Ну, какая разница? Чего там, что там? Ну, деньги платят, мы убираемся. Швабру в руки и вперед. Зато не с лопатой. И мешки с солью не таскает. Точно, надо симулятор грузчика еще. Че, мы уже в квартире? Я уже вижу ценненькое что-то. Спасибо.
Наконец-то здесь, Таля. Так, ну давайте. Как всегда. Лайски пора. Как всегда, тут гора всякого мусора. Гильдия. Да не трогай эту ерунду. Вот лежит сейчас. Пора уходить, киносеанс окончен. Да, тут тоже, да, животное есть. Нам до воды добраться, до воды тут. Да. Сколько тут мусора-то, а?
Так. Это было не лучшее время для политики. Да, ну нафиг. Где мне воду брать? Так я не понял, с какой стороны? А, вот. Здравствуйте. Что, да? Паша, тебе... Прости, Тайлер. Это не тот вид неприятностей, из которых я могу тебя вытащить. Кто знает, может и я когда-нибудь так закончу. Ты должен быть Триша. Тайлер, Тайлер много тебе говорит. Знаешь, что мы встретились при таких обстоятельствах? Некуда бежать, некуда спрятаться. Так, ну, пожалуй, тут и начнем. Где животные? Так, кто пойдет? Давай. Здесь собираем, потом туда пойдем.
Что у нас музыка затихла? Выглядит как обычный припас для вечеринки. Вся работа, никакого развлечения, черт возьми.
Ну, в принципе, неплохо. Ого. Похоже, они пытаются наладить свою жизнь. Thank you.
такой присел, захотел там пожелать. Свое место для игры нужно красиво поставить. Вот так. Сдолго снова на пике своей популярности. О, еще где-то подушку, да? А, ну я видел, вот здесь она валялась. Вот она. Ты действительно пытался наладить свою жизнь, так и так. Опа, супер. Вот такое. It's not like they need it anymore. Этим это больше не нужно, да. Ничего нельзя. Пауза. Ну, продолжаем. Для меня пауза, для вас 0 секунд. Прошло. Ничего не получилось, я
Я попросил. О. Ну, все, у нас время. Где я, где она? Хотел бы все сполоснуть и потом поставить. Так, перебирай. Перебирай. Все. Шлажера. Это. Все почисти. Все почисти. Меньше слов, больше дела. Круг, мир, мир. Трудно привыкнуть к этому. Почему? Ну, вы привыкли. Рай. Пожалуйста, ничего не трогай. Я устал постоянно менять струны, и нам нужно экономить. Люблю тебя, Триша.
Похоже, что Тайлер любил музыку, но музыка не любила его ответ. Прости, Пол. Это было вне моего контроля. Надеюсь, теперь ты хотя бы воссоединился со своим сыном. Как новенькая. День 17 терапии судоку, так что да, я снова решаю судоку. Кажется, я начинаю понимать, как это работает. Мой терапевт сказал, что это полезно для моего ума, но это сложно. Какое число я должен сюда вписать? Боже, надеюсь, ты прав, доктор, потому что я тут напрягаю свой ум. Но кажется, я действительно чувствую себя немного лучше. Терапия судоку? Может, тебе стоит подумать о втором мнении по этому поводу? Любители. Еще одного. А, точно, слушай, я тут в окно хотел посмотреть. Кот это понял, что в окно. А я не могу его включить. Где-то еще тут нынечка есть какая-нибудь. Тут ничего нет. Ничего еще. Опа. Должно быть на черный день. Ну, вот, об этом я и говорил. Значит, еще есть.
О, все, тут вот, нормально. Все прошло неплохо. Нет. Лучше. И чё, только вот эти две нычки и две кассеты, типа, всё, что ли? Точно? Ну, ладно. Блин, ну сейчас по-любому пять кассет не нашел, три нычки не нашел. Ну вот, в принципе, поехали. Что-то коротковато, все равно за час выходили, тут 40 минут всего. Да, не торопился. Продолжить. Продолжить. Так, одна, две. Ну, вроде обе нашел. И оба секрета. А, ну значит, все завершил. Так. Посмотрим. Что у нас дополнительные шланги? Ой, забыл передвижку. Да, что там?
Ну что ж, все не лучше. Вот это интересно. Фонарик с конечной батарейкой. Ну, давайте, вот это. И вот это. Ага, на одно, да? Дальше, сейчас. А, ну вот, в принципе, вот и вот. Найдите ваш телефон. Алло, алло. Отличная работа, Ковальский. Этот крыса Тайлер пытался достать меня, но я чувствую предателя за версту. Хорошо, что вы, мистер Ковальский, не такой, как они. Биг Джим становится все более неуравновешенным с каждым днем. Я действительно надеюсь, что у него не возникнет неправильных идей, чтобы я не стал следующим в его списке. Так. Ну, смотрим, что нас ждет в следующей серии, да? Или нет? Ну ладно, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо. Всем пока, до новых встреч, увидимся.